Увидеть полицию изнутри. Ивановским студентам предложили узнать о работе сотрудников органов внутренних дел. Студенческий десант пригласили в гости к кинологам. Подробно рассказали о нюансах службы и показали хвостатых помощников. Годовалых щенков отправляют на обучение. В течение 6 месяцев четвероногих дрессируют в спецшколе. Основные направления – розыск по запахам, следам человека, поиск обнаружения обозначений целевых веществ по их запаху – это наркотики, взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы, и поиск обнаружения трупов, трупных останков. То есть это основные такие вот направления. Есть караульная служба, есть конвойная служба, то есть много направлений. После обучения собаку закрепляют за сотрудником. По закону, с одним животным может работать только один человек. Главное, объясняют кинологи, установить с четвероногим напарником хороший контакт. Чем раньше специалист познакомится с собакой, тем лучше будет взаимопонимание. После показательных выступлений все желающие смогли задать интересующие вопросы. Ну, в основном, да, вот именно по выращиванию, по кормлению, по содержанию, можно ли домой брать, что делается с собаками, когда они списываются со службы, можно ли забрать себе, отдать родственникам, ну, вот основные такие вопросы. На службу в органах могут рассчитывать только немецкие овчарки. Благодаря отменной сообразительности, ловкости и силе они идеально подходят для обнаружения и задержания преступников, а также поисковой работы. Срок службы собаки 8 лет, в некоторых случаях его можно продлевать. После выхода на пенсию боевого товарища офицер вправе забрать себе. Мне интересно, потому что я люблю собак, и вообще мне эта тема интересна, и я в будущем хочу работать именно в этой специальности. Мне больше всего понравилось, как собака общается со своим кинологом. Вот. И как она ищет закладки там. Хотелось ощутить все прелести этой профессии на себе. Ну, в дальнейшем, может быть, сложится так, что будет служба именно в этом подразделении. Более было интересно, когда собака искала наркотики, взрывчатое вещество, и когда как бы при нападении нападала, короче, когда. Чтобы стать специалистом-кинологом, следует обратиться в кадровое управление ОМВД, после чего пройти стажировку и полугодичное обучение. Главное в профессии – любить собак и уметь работать в команде. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.